Величественное, завораживающее, царственное, несравненное. Эти восторженные эпитеты в полной мере относятся к звезде русского романса Ирине Крутовой. Зимнюю ажурную вуаль из любимых песен соткала она вместе с ансамблем Игоря Тукала для озерчан на сцене театра «Наш дом» 21 и 22 декабря в концертах «Снежный романс» и «Песня сердца». Как вы относитесь сами к озерчанам, к Озерску? Расскажите, пожалуйста. С особым чувством, надо сказать, с огромным теплом и всегда с радостью, когда возникает в нашем графике гастрольном Озерск. Мы все радуемся, и когда собираем программу, готовим, обсуждаем и сообщаем музыкантам, все сразу тоже с воодушевлением воспринимают, потому что всегда прием в Озерске, это касается всего, и, конечно же, вне сцены и на сцене. Что касается технических каких-то моментов и публика, безусловно, это всегда большая радость. И мы уезжаем наполненные, счастливые. Спасибо. Лирические песни советского времени, заводные народные, любимые романсы, а также несколько современных произведений в исполнении Ирины Крутовой словно в калейдоскопе меняли узор настроения зрителей. От легкости и непринужденности до проникающего в самое сердце тонкого острия любви, верности и надежды. Как вы считаете, почему любимы эти песни? Ну, собственно, в них самое главное. В них очень много чувства и смысла. Они отзываются в наших сердцах, они отзываются в наших музыкантских сердцах. И, конечно, тут же получают отклик у зрителей, потому что они все настоящие, все, может быть, на первый взгляд кажутся простыми, но они такие очень нужные и важные. И мне очень жаль, что многие песни, да, вы заметили, что, конечно, не современные, мне хочется их как-то по-нашему преподносить, но и далекие песни, которые сейчас некоторые редко звучат, хочется их возвращать на сцену, потому что они этого достойны, и их жизнь может быть очень долго, и я очень этого хочу. Спасибо огромное вам, здоровья, творческого вдохновения, ну и общественного признания. Все же не секрет, что та эстрада, которая функционирует, это совершенно другие цели преследует, бизнес, а наши друзья, это вот это духовно, это подпитка нас, и оно все случается. Спасибо вам. Я рада, что удалось нам и сегодня песнями, можно сказать, озвучить некоторые пожелания. Конечно же, я желаю всем здоровья. В первую очередь будет здоровье, значит, можно будет идти дальше. И чтобы это наше дальше, оно было наполнено добром, радостью, светом, новыми добрыми встречами.